Друзья мои, всем привет! Сегодня я хочу познакомить вас с рецептом конфет, вкусных конфет, которые можно сделать в домашних условиях. Я сегодня буду делать такие конфеты, так как жду к себе в гости своих внучек, а они у меня не очень любят сладенькое. Я, конечно, буду и сама их есть, так как я нахожусь на правильном питании. И рекомендую всем, кто придерживается ПП, попробовать сделать такие конфеты. Это будет очень хорошая альтернатива шоколаду, сладких вещей, потому что там нет никаких жиров, нет никаких добавок лишних, все только натуральное, и мои конфеты я не подвергаю термической обработке. Итак, из каких ингредиентов будут состоять мои конфеты? Наверное, плохо видно. Я подготовила финики, очистила от косточек, чернослив и инжир. Замочила все это в кипятке, залила кипятком буквально на 2 минутки, потому что мои конфеты не будут проходить термическую обработку, поэтому я обработала все кипятком, ну, в целях дезинфекции. И также грецкие орехи. Я их тоже обработала кипятком, потому что я покупала их чищенные. Сейчас я все это пропущу через мясорубку и дальше покажу вам, что мы будем с этим делать. Итак, я пропустила все ингредиенты через мясорубку, и фарш получился, мне кажется, немножко плотноватый. Я решила добавить пару долек помелы, чтобы немножко разбавить слишком сладкий вкус и немножко такую сделать консистенцию более влажную. Так, девочки, вот такой фарш у меня получился. Для меня нужная консистенция, он не слишком плотный и не жидкий. Сейчас я буду катать из этого фарша шарики. И будем обваливать шарики в кокосовой стружке и в семечках. Ну, на самом деле, может быть абсолютно разная обсыпка. Можно сделать из цедры цитрусовых. Ну, у меня сегодня вот такие будут две обсыпочки. Семечки и кокосовая стружка. Вот такие конфетки у меня получились. Это вот с кокосовой стружкой. И с семечками. Сейчас они отправятся у меня в морозилку буквально минут на 30-40, чтобы схватиться. И по желанию можно будет еще раз пройти в кокосовой стружке и в семечках. Вот такие вкусные и полезные конфеты получаются в домашних условиях. Главное, что здесь нет никаких добавок, нет жиров, нет ешек, нет пальмового масла и тому подобное. Мои конфетки я достала из морозильника. Вот так они выглядят. Я уже их попробовала, и на вкус они очень вкусные. Всем приятного аппетита. Пока-пока.